Благотворительный предновогодний утренник прошел в семейном развлекательном центре «Маугли» ТРЦ «Тимошковых». На праздник были приглашены воспитанники социального приюта из села Глинищево Брянского района и дети из многодетных и малообеспеченных семей Почепского района. Вот таким веселым хороводом начался новогодний утренник в Маугли. Как и положено, ребятишек встречали Дед Мороз и Снегурочка. Была здесь и Баба-Яга, правда, не очень злая. Были и потешные скоморохи. Все это подарок детворе от семейного центра. На сегодняшнем новогоднем утреннике у нас присутствуют ребята из Глинищевского приюта и семей малообеспеченных Почепского района. Для них организован новогодний утренник с участием аниматоров, сладкий стол с фруктами, развлекательные игры, концертная программа. Детворе в Маугли рады всегда. Для нее центр и создан. К сожалению, не каждого малыша сюда приводят родители. Но мир не без добрых людей. Мы приезжаем сюда практически каждый год. Мы были здесь и в том году, детям нашим очень здесь нравится. Мы приезжаем сюда и на 23 февраля, и на День защиты детей 1 июня. Нас никогда не забывают, постоянно приглашают. Вот. И как бы мы сотрудничаем. И хотя бы ненадолго ребята забывают о житейских трудностях, веселятся от души, меряются талантами. Дед Мороз огни зажег на высокой елке, наверху звезда, бусы в два ряда. Пусть не гасит елка, пусть горит всегда. После песен, танцев и стихов самое время было подкрепиться за сладким столом. А потом за игры. Для них в центре Маугли настоящее раздолье. И никто не торопил маленьких гостей, ведь хотелось испробовать все. В общем, новогодняя елка удалась. Вита Семенчук, Сергей Лапин, Григорий Стебихов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.